Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 60 на странице 25 рабочей тетради по математике для 3 класса, автор Маром. После того, как в киоске продали 54 бутылки с лимонадом, осталось продать в 3 раза меньше, чем уже продали. Сколько бутылок с лимонадом было в киоске сначала? Итак, сначала нужно узнать, сколько осталось продать. В 3 раза меньше. Чтобы узнать, сколько, это нужно 54 разделить на 3. 54 – это 30 и 24. 30 делим на 3 равно 10, 24 делим на 3 равно 18. 18 бутылок осталось продать. Было сначала. Итак, продали 54, осталось продать 18. Чтобы узнать, сколько было сначала, нужно 54 прибавить 18. 54 плюс 10 равно 64. И 64 плюс 8 равно 72. 72 бутылки было сначала. Пишем ответ. 72 бутылки. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.